280 школьников, 24 команды юных патриотов разных возрастов 9 апреля приняли участие в открытом финале оборонно-спортивных и туристских игр «Зорница-2011». Ребята собрались на торжественное построение в зале Дворца детского и юношеского творчества. Мы гордимся тем, что в Кировском районе есть такие юнармейцы, те, которым не безразлична история своей страны, те, которые смогут прийти на помощь своей родине, и те, которые по праву могут носить высокое звание патриотов своей страны. Игра «Зорница» существует уже несколько десятилетий. В Кировском районе опорным учреждением является 384-й лицей, где более 30 лет ребята участвуют в спортивно-туристском движении. После перерыва в 90-е годы в городе снова стали появляться команды юноармейцев. И с каждым годом все больше школ старается присоединиться к «Зорничникам», чтобы воспитывать настоящих патриотов. Игра «Зорница» – это та игра, которая воспитывает прежде всего волевые качества личности. Это собранность, прекрасные знания по истории страны, патриотизм, конечно же. Это в современном мире очень важно. После торжественного открытия капитаны команд «Зорничников» получили маршрутные листы, и школьники начали игру. В программе было более 10 видов соревнований. Ребятам нужно было убедить компетентных судей в том, что они лучшие в знании истории своей страны, комплексных силовых упражнениях, снаряжении магазина, оказании первой медицинской помощи и даже реанимации пострадавшего. А также каждый отряд юноармейцев должен был исполнить литературно-музыкальную композицию на тему 50-летия первого полета человека в космос. Ко всем конкурсам ребята готовились в течение года и, конечно, очень хотели победить. Немножко волнуюсь, как обычно, но уже намного увереннее. Помогают, конечно же, наши преподаватели, чувство духа, команда. Однако эта игра была не на абсолютную победу. Команды набирали баллы для участия во втором этапе соревнований, который пройдет 27 апреля в поселке Горелово. Там игры пройдут с еще большим размахом, а лучшей будет признана только одна команда.